Новый следственный изолятор открыли сегодня в Хакасии. Подобных учреждений, построенных по европейским стандартам, вместе с нашим всего два в России. Сегодня закрытое учреждение впервые показали журналистам. Виктор Буров о своих впечатлениях. Просторные камеры в 7 квадратов больше похожи на дорогие хостелы. Здесь все для комфорта проживающих. Горячая вода, холодильник, телевизор, изолированный туалет. Это называют СИЗО по европейскому стандарту. Чтобы обвиняемый на время судебных разбирательств чувствовал себя как дома. Подобный следственный изолятор пока есть только в соседнем Красноярском крае. Вот 6 лет я жил в детдоме после войны. Я бы сейчас, если бы увидел такие условия, сказал, это, наверное, кремлевские дворцы. Вот понимаете или нет? Меня не кормили 3 раза в день. И пайку хлеба не давали, кусок. Я мечтал о нем. Мне ничего не обидно. Я радуюсь за нашу систему, что наша система становится настолько... Но гуманизм главным становится. Питание в СИЗО, как в санатории, трехразовое, сбалансированное. Хватает ли в пище калорий, витаминов, регулярно будет проверять специальная комиссия. У нас 8 норм закладки. Норма общекотловая, норма для диетчиков, то есть для тех, кто изящится на лечении. Беременные женщины есть. А еще здесь спортзал, современная прачечная, новый следственный изолятор. В молодежном квартале Абакана с перерывами строили 20 лет. Стройка обошлась государству в 2,5 миллиарда рублей. Сейчас сюда уже переехали подсудимые из старого СИЗО, здание которого на время законсервируют. В новом СИЗО усиленная система безопасности. Камеры видеонаблюдения здесь везде. От них не спрячешься, ведь иногда в подобных учреждениях могут даже доставлять наркотики. Есть уже подобные случаи по России. Делают это следующим образом. Наркотическое средство прикрепляют к квадрокоптеру. Система камер наблюдает за каждой комнатой, чтобы вовремя остановить возникающие конфликты. Здесь они, кстати, маловероятны, ведь рецидивисты, совершившие преступления впервые, маньяки и мелкие нарушители, взрослые и несовершеннолетние сидят раздельно. Комфортные условия в изоляторе созданы и для сотрудников учреждения. Огромный спортзал с шикарным инвентарем, бассейн, собственный тир. В новом СИЗО будут ожидать суда подозреваемые со всей Хакасии. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.